Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Tecno Spark Go 2022. И сейчас мы разберемся, как включить режим «Не беспокоить» на данном телефоне. Итак, для этого мы смахиваем шторку сверху вниз для открытия панели управления. И здесь уже ищем режим «Не беспокоить». Вот здесь у нас иконка данного режима, мы на нее нажимаем, таким образом заблокируем вызовы и сообщения на наш телефон. Если вы хотите настроить исключение, зажмите данную иконку, и здесь можно будет настроить исключение для людей и приложений, то есть люди смогут вам звонить или отправлять сообщения, приложения смогут отправлять вам уведомления, можно настроить расписание. И также можно настроить срок действия, пока мы не отключим, либо на определенное время после того, как мы включаем режим «Не беспокоить» через быстрые настройки. Точно так же его можно и отключить. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!